Ну и что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Faster One Light, и мы продолжаем смотреть за геймшоу Open под номером 4, в котором будет разыграно 325 тысяч рублей, финалы будут проходить в Вильнюсе, и, собственно, топ-1 каждого региона, а всего региона, кстати, 4, поедет на эти самые лан-финалы в Вильнюс. С каждой квалификации, всего их также проходит 4, выбирается 2 команды, которые будут сражаться за звание топ-1 своего региона. Всего регионов у нас, как я уже говорил, 4, это Украина, Беларусь, Центр, Юг, Урал, Прибалтика и что-то еще я не назвал. Ну что же, давайте перейдем непосредственно к игре. У нас играет Анима Альбатрос. Против кого? А по-моему против... Видите, просто из-за тегов, из-за бага тегов ничего не видно. Против Rage Stack. Ну, Rage Stack это, по всей видимости, какое-то немецкое название, но команда точно украинская, так что... Давайте перейдем непосредственно к пикам. Еще бы разобраться, кто здесь кто. Ну, по-моему, у нас снизу это Анима, а сверху Rage Stack. Ну что же, команда Анима у нас забанила Лондруида, Феникса, Гирокоптера, Вайпера, в то время как Рейнджстаг забанили Бистмастер, Фейсел Свойда, Найтсталкера и Фуриона. Добрали себе Рейнджстаг Вингу, Абадона, Дроу Рейнджер, Акса против Виспа, Тини, Леона и Брудмавр. Очень странно, что пикнули Брудмавр. Нет, это, по-моему, Акса допикли, то есть надо... Ну, по всей видимости, сначала пикнули Бруду, а потом Акс. Это было бы логично, если бы просто сделали наоборот. Я думаю, это было бы похоже на 3-2-2. Что же, бани у нас Квапа, в принципе, у Анимы очень хороший пуш, но, к сожалению, пока что хромает драка, потому что Виспа будет убивать у нас Акс, если что, его будут высвапывать. И можно и свапать Тини, чтобы, ну, представьте себе, идет тизер ломается свапом, а Висп не может хилить Тиника, Тиника быстро забирает, а дальше кому драться? Дальше некому драться просто, потому что здесь все очень и очень тонкие, и весь убор идет на одного персонажа. Я никогда не любил, что когда команды ставят все, так сказать, свои силы на одного персонажа, когда вся ставка идет на какого-нибудь Акса, которому стакают Лиса, Энчентов, все персонажи работают на него, а потом его просто в замесе в пятером убивают, вы такие просто улыбаетесь, бегаете по замесу там с 6 левелами против 12-х и как бы ничего с ним поделать не можете. Также у нас Рейнджстаг добирают Вивера. Вивера контрить есть чем, потому что есть Леон. У Леона много контроля достаточно, чтобы ловить Вивера, и я думаю, здесь Виверу не особо приятно будет. Но хотя, здесь опять же тонкий герой, минус армор сильно мешает всем этим героям. И он хорошо мантит все. Если не будет подставляться под Леона, то, по сути, ловить его больше нечем. Ну, конечно, кроме какого-то Орчида на Брудмавр, но я не думаю, что она будет собирать себе Орчид. Да, и Визаж. Ну, вот Визажем можно выигрывать с игры только из-за того, что он ходит и гангает в Селине. По стильности дойдет Тракса у нас Смит, Акс Харт, Вивер в керри, а потом Венгасаппорты, в то время, конечно, вылетает наш матч. Чисто дефолт. Просто дефолт. Что же. Тем временем мы переподключаемся. Потихонечку и скоро вернемся, надеюсь, в игру. Let the fighting recommence. Что, как вы видите, вылетел не я один, куча игроков просто вылетела. И давайте представим команды, кто на ком все-таки у нас играет. И у команды Рейнджстаг, Йоло, Дроу Рейнджер, ЕМ. В общем, ЕМ на Аксе, Марчел, Абадон, Дасмут, Венга, 33-й, Вивер. В то время как у Анимы у нас Свинсан, Йо, Волт, Визаж, Кирилл, Орфид, Брудмавр, Стоплап, Леон и Сенра, Тини. Тем временем мы ждем, пока что у нас отожмется пауза. У нас уже просто это классика жанра, пауза в начале игры. Но у нас, конечно, на турнире бывали и дудосы.
Да, додосы тоже бывают, особенно в финалах региональных квалификаций, то есть когда разыгрывается топ-1 региона между 8 командами, которые прошли квалификации. И там у нас додосили, по-моему, сейчас скажу кого, я не помню, Аспирио точно додосили, у нас Аспирио. С временем мы ждем, пока переподключится стоп-лап, и мы сможем с вами наблюдать за игрой. У команды Рейнштаг, я не знаю, как это помню их название, но это название как-то легко запоминается. Имеется неплохой пик против Анимы, но просто есть очень много пуш у Анимы, чтобы вы понимали. Тут есть Визаж, тут есть Брудмавр и Тини с Виспом, которые ломают товара. Но, к сожалению, именно боевая составляющая, как по моему мнению, сильнее у Рейнштаг. Анима может хорошо пушить, хорошо сплитить, как-то аккуратненько переходить по всем этим линиям и пытаться что-то сделать. Но вот именно чтобы драться, Анима... Не знаю, когда же будет, потому что Леон дамага вносит не особо много. Тинник без артефактов. Ну, Висп вообще не носит дамага, по сути. И Визаж. Ну, Визаж может кого-то убивать. Визаж потихонечку летает. 285 МС у него, кстати. Это очень мало в последнем патче. И на самом деле... Обычно всех ускоряют, а вот Визаж остался таким же медленным, но у него, если что, есть грейв-щил, который очень и очень сильно его ускоряет. Готовится у нас команда забрать руны. Тем временем. Закупы у мидеров у нас. У Йол имеется врыв, Бенфайр, файл, веточка и два запольных тангуса против Сенера, на минуту которого щиток, топорик, фарифайр, вард, который отдал ему, скорее всего, какой-то Леон или Висп, и Хилен Селф. Нет, скорее всего, отдал Леон, потому что Висп будет пытаться, во всяком случае, руну. И здесь у нас Вивер. Вивер будет пытаться состилить эту руну. 5 секунд, 4 секунды до руны. Сколько секунд инвиза? 4 секунды инвиза. И он будет пытаться своровать руну. Получится? Получилось воровать. Нет, не получилось. Синьки все-таки забрал. Здесь еще и греча пошла у нас в Вивер. Вивер очень больно. Его пытаются пробить, но вот щиток. И этот щиток, грубо говоря, спасает Вивера. Ибо пробивать этот щиток, по сути, у нас просто нечем. А тем временем у нас уже Тракса стоит в миду. Немножко почему-то сервер подлагивает. Не знаю почему, но все же. Крипы, Висп. Виспу нужно играть как-то более аккуратно, что ли, потому что именно в самой игре. Ибо тут есть Акс, который себе, скорее всего, против Бруды вынесет себе свою блинку. У него он стоит против Бруды. Бруде здесь не выжить. Кстати, Бруда уже сломала один сентри-вард своего оппонента, заныкала свой вард именно за эти деревья, и как-то без вардов... Да даже и без вардов Акс нормально будет стоять, понимаете? Тут просто уже идет... полная контра персонажа. У тебя, тебя бьют пауки, ты с каждого этого паука имеешь шанс контратаки 20%. И ты бьешь чистым уроном в лицо Брудмавра. У нее всего 500 хп, здесь 3-4 раскрутки, и она просто, ну ладно, раскрутки первого левела не зайдут, но вот дальше немножко побольше, может, и убьет. Деревья пытаются словить Леона, но тот мотит вокруг деревьев, хотя остается у него 200 хп, его пробивают дальше, и почему не погнался за ним Вивер? В принципе, мог погнаться, еще было, если что, у него Шикучи, сколько там урона, 75, и кулдаун 12 секунд, ну ладно, возможно, просто большой кулдаун, не хотел куда-то там сюда заходить, если что, его подстанили бы. Ну, в принципе, рискнуть можно было бы, но... опять же, рисковать не очень хочется им. Вивер. Двойную тычку по Леону. Соответственно, он со своими тремя арморами ощущает это максимально больно. У Вивера на самом деле все неплохо. Его отправили в хардлинию. Здесь у нас вообще Висп в миду. И, кстати, я не понимаю, это кто кор? Это Визаж кор? Это, да, это Визаж кор. И, знаете, мне не нравится Визаж кор против Акса. Акса и Вивера. Да, конечно, клево. Ты вносишь огромную кучу дамага. Ты противный. Просто априори, но чтобы делать этого персонажа кором, это нужно очень и очень сильно упороться на самом деле. Потому что вся его суть это ранний ганг, если у нас здесь время отъезжает Тракса. В миду Тинник ее забрал даже без Виспа. Да, даже без Виспа Висп в это время просто сейвил руну для своего тиммейта. Сейчас восполнит ему ману с ботла. И тот сможет забрать какую-то вингу. Сколько там маны? 140 маны, еще один заряд ботла, да. И фулл мана просто у Тинника.
Можно теперь забирать свою Вингу. Винга пришла сейвить своего тиммейта, но, к сожалению, он уже отправился в таверну. На боте у нас все очень печально у визажа. Имеется всего 13 добитых против сколько там добитых у Вивера, а у Вивера всего 5 добитых. Либо Вивер очень хреново добивает, либо визаж обыгрывает своего оппонента. Но вот мне почему-то кажется, что первый вариант более вероятен, потому что у Вивера там 65 атаки плюс 18 атаки от ауры Траксы, и не добивать под таким дамагом заванную тычкой, это... Это не есть хорошо. Тем временем у нас в миду Тини уже 4 левела, Виц 2 левела против Траксы 4 левела и Винги 1 левела. А на хард-линии Света 4 левела Бруда и что там по Аксу? Акс также 4 левела. Но здесь все более-менее адекватно, потому что Бруда не подставляется. Бруда вообще играет без пауков против Акса. Это, в принципе, адекватное решение. Но вот что она будет делать дальше? Самый главный вопрос, что она делает без пауков после ухода Акса с линии? В принципе, даже если когда Акс уйдет, он вывезет свой даггер и будет убивать ее пауков без вообще всяких проблем. Но вот прикол Бруды как раз таки в этих пауках и заключается. Нагрел на себя крипов, Бруду, к сожалению, не нагрел. И та спокойно с огромным ММСом уходит. Ну просто посмотрите, у нее один сапог, и она в паутине бегает. 510, это просто хоста в паутине. Нагреть ее без даггера просто не представляется возможным. И Акс здесь распушивает линию Бруды. А это немножко странно, как пушат линию Бруде. И обычно это делают либо трипла, либо никто. А здесь это делает просто в соло Акс. Продолжается у нас противостояние в миду. У Тиника имеется 20 добитых, 6 заданайных против 12 добитых и 5 заданайных у Траксы. Ну что же, здесь Тиник немножечко выигрывает мид на пол левела, приходит к нему Висп, ускоряет Тиника и Траксу не поймать, хотя пошла греча и стан, один из стрел, нужно выкинуть на крипов, выкидывают у нас на крипов, приходит сюда Леон, подкапывает должен Йола, нет, хиксует Йола, должен вызывать у нас центра, копает Вингу, пошел Абадон, ну и просто вешает щиток у нас в Винге, и она выживает. Если фласточка у Леона, чтобы отлить своего тиммейта, нет, к сожалению, фласточки нету, придется сейчас Тинику идти на базу, восполнять себе здоровье, и как раз таки еще и Виспу забудет ботл. Теперь Миндорфит получил у нас топором по лицу с раскрутки Акса, на боте у нас продолжает преобладать визаж, но уже с меньшим преимуществом. Преимуществом всего в два крипа. Одного добитого, одного заданайного, уже просто одного заданайного. И вот Виверу теперь много легче стоять. Он сейчас своего оппонента, возможно, даже будет убивать. А проблема визажа в том, что у него нету дизейбла, чтобы как-то на месте удерживать Вивера. Потому что Вивера нужно чем-то держать на месте. Вивера нужно останавливать. У него уже третий Шикучи. Шикучи с кулдауном 8 секунд. То есть он 4 секунды находится не в инвизе, по сути. И эти 4 секунды убить его будет просто невозможно. А еще если не будет ультимейта у визажа какого-то там, мискликнет или не прокачает, то все будет очень и очень плохо. Вошел с щитком под тауэр, получил одну тычку без щитка Абадона. И за тавр с минус армором дается сразу же Грейвчилл, Хекс на 33-го, подкуп и минус 33-й. Также покопали у нас хорошо Абадона, но Абадон он идет, что на Абадона просто не хватит дамага. Здесь тем временем у нас уже висаж 6 левел. Имеется у него транквилы, и по всей видимости это будет какая-то урна или что-то еще. Но вот ХП, к сожалению, у него очень красный, и сейчас скоро, возможно, поплатится за это, за то, что стоит на линии с такими хитпоинтами. Хотя вот просто отхилиться с транквил, не бить крипов, и все будет хорошо. Тем временем у нас каким-то чудом отъехал Акс от кого? От Бруды. Да, Бруда в соло забрала Акса, а Бруда с ультимейтом, Бруда с ультимейтом. Нора пробивает у нас Акса, Аксу очень больно, он крутится, но все же у нас отхиливается очень сильно Бруда, Бруда опять нежели убьет нас Акса. Бруда пробивает Акса, Акса остается одна тычка, и еще минус ЕЕМ, господи. Как Бруда вообще убивает Акса, я не понимаю, конечно, да. Очень сильно бустует у нас ультимейт Бруды ее дамаг. А замедление от чего там? А замедление от ее байта 40%. Теперь понятно, почему она его замаксила. Она с этим байтом просто не отпускает никого на начальных левелах. К тому же прикупила себе еще Блайтстоун. А это случаем не орба эффекты. А по-моему, это не орба эффекты. Блайтстоун это точно орба эффект, а вот это... Нет, это не орба эффект. Ну что же. Керри Орфит продолжает как-то
пушивать линию. Ну вот сначала он ее проиграл, осталось у него у Тавра 400 здоровья, а теперь начинает еще и подпушивать. Возможно, вкачает у нас на 9 левеле пауков, ну а пока что просто будет райт-клик. И здесь пошла паутина на отход, на всякий случай. Подходит у нас вторая пачка крипов. Сейчас вот Бруда будет 9 левел, от этих трех добьет, хотя здесь уже подходит новая пачка. Акс решает уйти в леса, именно там нафармит свой даггер. Еще 1000 монет ему нужно для этого даггера. Кири Орфид продолжает пуш линии. Нет, приносит себе Айрон Телон. Решает сыграть через Айрон Телон. Это очень странно. Тем временем 10 шкучи юзает у нас Вивер и просто бегает на нижней линии. Визаж. Крип. Маг добивает. О, кстати, тем временем 53 добитых крипа. Кстати, что у нас у Тини и Траксы. У Тини 39 на 10 против 22 на 7. У Траксы здесь прожирает себе пусть с помощью топорика. И сейчас может выйти в спину. И Йол этого точно не ожидает. Но есть ли Вижн? Вижн, по-моему, нету Сенра. Сенра все еще ждет. Йоло отошел. У Йола уже есть Павротрес. Бежит он на Йоло. Но, к сожалению, спалился. Увидели у нас здесь Сенру. И тот вынужден снова просто добивать крипов. Имеется у него ПТ топорик. У Виспам. Рейндроп, досты и руна невидимости в ботле. В руду могут сейчас убивать. Здесь есть Акс и Винга. Акс должен сейчас агрить. Дается сразу же у нас досты. Пошел стан по руде. Нагрили, но в руду не пробить. Сейчас бруда вас всех еще и поубивает. Ультимейт подрубит и подрубит. Хотя нет, два раза крутанулся у нас Акс. И убивает в итоге у нас бруду. Повезло у нас Акс. Подошла пачка крипов. И раскрутился он за секунду, считай, два раза. И добился ультимейта. Если бы не повезло, то... Катнулся бы один раз, этого бы не хватило. Дальше там Бруда с 120%, ну, 120 дэмэджа просто убила бы его. Здесь Йола его подкидывают. Йола остается у него очень мало хп. 300 хп, здесь еще летает виспы. Есть греча через секунду. Должен закидывать гречу. Тини закидывает гречу. Минус Йола. Отлично у нас. Начинаем. Кстати, это кто? А, это Анима. Альбатрос. Но, возможно, у них не такой и плохой пик. Но Бруда у нас фидела. Имеется у Бруда еще 2-1 и... Продолжается игра. У Бруды... Что она собирает себе? Армалет. Что? Армалет? Ну, ладно. Армалет, так, армалет. И висп. Просто здесь что-то ходит. Тини. Ну, Тиника здесь никак не пробьют. Тини закапывает немножечко Вивера и отступает Виверу, так сказать, на пол хп, считай, почти что влетела эта греча. И Тини у нас битва за нижнюю руну, Абаддон пытался отжать, если Абаддон 6 левел. Нет, Абаддон нет 6 левела, он все еще 5, его можно убивать. Если Тини проходит Винга, дает минус армор, Висп пытается убежать, стоп-лэп, ну, стоп-лэп есть подкоп, его здесь никак не забрать. Пошли раскручиваться Виспы у нас. Но проблема пика команды Анима в том, что после какой-то минуты они становятся очень слабыми и не могут вовсе драться. Если время пытается у нас задонается Вивер, но сможет ли он задонается, и Рошан не делает ту финальную тычку и добивает его Леон. Хиксует время у нас Траксу. Пошла первая птичка, пошла вторая птичка. Также соло Стэмшн и минус Тракса. Минус 4 сделали у нас ребята из команды Анима Альбатрос. Шикарная тихая игра. Вышли на нижнюю руну и просто, так сказать, на изи раскатали своего персонажа, ну, своего оппонента. И здесь Абаддон. Зайца. Паутина. Ну и Бруда осела на топе. Акс ее, в принципе, пробивать может только каким-то саппортом. В соло он ее никак не убьет. А Бруда тем временем уже с армалетом. И это очень странно, если честно, видеть Бруду с армалетом, потому что Бруде вроде дамаг не так сильно апается, как силовикам. Да, у нее появляется огромное количество армора и хп, но, блин, это армалет. Армалет на Бруде. Это просто, ну, два... Это... Убийство уже пошло, у меня как хил, убили у нас Леона, но не так важно. Армалет на Бруде. Просто вот. Армалет, он не бустует ей дамаг. Но если бустует, то, ну, очень мало, сколько там дается урона.
урон на 31, но этого мало. То есть, понимаете, на силовиках его собирают, потому что у них зависит урон от силы, и как раз-таки Армалет дает дополнительную силу. Кир Орфид здесь, например, заходит за тауэр с первыми паучками. Кстати, решил он не качать характеристики, а качать просто паучков хотя бы, и должен сейчас забирать. И тир 2 вышку сейчас стягивается у нас также сюда. Венгаю, заяц сюда сты, так же Йола приходит, пошел у нас Койл по нему, Бруда нажимает ультимейт, и что-то отхиливается, как же больно, обманул, пошел на Траксу, замедляет Траксу, Йола очень больно, Йола даже привязать, Йола пытается захилить, Йола уже плохо понято, еще 2000 нужно сделать по Йола, минус Йола, господи, эта Бруда просто доминирует, нужно убивать теперь Марчелла, Марчелла, еще тычка, и защита, но через щит прибивает Бруда, хиксуется у нас также здесь Венга, прилетает Теневиз, и очень больно Венги, и минус 3, Бруда почти что разобралась в соло, просто стоит персонажем, ей помогли, в принципе, Бруда могла как-то и в соло отыграть, но она решила этого не делать. Что же, прекрасная игра от команды Анима Альбатрос. Также у нас где-то уже Тини закидывает Вивера. И минус тир 2 тауэр на 13 минуте. Ну, сейчас его донесут. Тем временем преимущество уже выше, чем 12 тысяч на 13 минуте. Это огромнейшее преимущество. И по экспириенсу в 7500 лидируют. По закупам вы сейчас все видите на своих экранах. Здесь самый важный артефакт — это то, что у Тиника есть дагер. У Леона ничего такого ключевого нет. Очень странно, что у Бруду и Армалет визаж почти что с Аганимом. Не хватает ему еще 2000. И вот и урна появляется у Виспа. Также имеется у визажа медалька. Это тоже немаловажный фактор. У Йола вообще ничего нет. Здесь опять у нас просто доминирует Бруда. Посмотрите, за тауэр свапает Йолу. Но Йола сейчас и так должен умирать. И Йола прибегает четвертый персонаж, чтобы убивать Бруду. Но, по-моему, есть не убьют ее никак. Но вгрызается в Дездемона. Дездемон сейчас тоже должен отъезжать. И еще тычка. И первый скилл нет. Приходит сюда Леон, Фингера ВДФ и минус Винга. Бежит теперь за нас Вивером. За Леоном Вивер, точнее. И сейчас, возможно, его убьют. Хотя, ну, Леона здесь убить можно. Леон у нас не такой дорогой, сколько там Леона Нетворс, есть общая ценность. Ну, у Леона Нетворс третий снизу, его отдать вообще не страшно, получает 345 золота, ну, по-моему, это максимум, прилетает сразу сюда Тини Висп. И минус Абадон, сейчас активируется у нас ультимейт, и сейчас будет у нас закидывать Тини Абадона. Пошел дагер, у меня что-то с мышкой, да, мышка накрылась, по-моему, чуть-чуть, надеюсь, это ненадолго, но ладно. Можно, в принципе, и без нормальной мышки. Это очень странно, я скажу вам. Что же. Тем временем в миду у нас происходит драка. И здесь на хайграунд встретились 2 на 2. В итоге Тини с Виспом убивают Леона Саксом. И монстр килл, сообщает нам кастер в доте. Итак, что у нас дальше? Здесь просто продолжается игра. Здесь полная доминация над своим оппонентом. Просто полнейшая доминация. Огромная доминация. Как я уже много раз говорил, 12 тысяч на 15 минуте, это примерно по 1000 в минуту. А это огромное преимущество. Это набрать просто нереально сложно. Здесь время выход у нас на Абадон еще с ультимейтом. Но мне кажется, его здесь никак не отпустить. Его еще и фиксуют, подрубают он свой ультимейт. Сажают здесь птичек, тем временем станет Абадона. Абадон, ну Абадон сейчас просто отъедет. Хотя выживает, закидывает его тосом Тиник и добивает его тосом. Должен сейчас минусовать тир 1 товар на боте. Пошел подкуп от Леона. Просто на всякий случай подкопал в никуда. И ломает тауэр Тини. Тини бьет крипов. И, в общем, 24-4 счет говорит за себя. Башня. Потихонечку падает, здесь прыгивает так, начинает так говорить. Но, к сожалению, крутится он очень много для Тиника. У Тиника остается пол хп, его выхиливает Висп. Пошел у нас сразу в ВФ в террор. Свапают у нас Аксу, очень больно Аксу. 56 хп остается, будет ли какой-то Висп в него рандомный. Пошел с Слабшин в Траксу, минус Тракса. Еще прыгают у нас на Венгу, минус Венга. И уходит у нас в итоге Акс просто на 50 хп. Нужно сносить тир 2 тавр на боте. Почему все еще играют? Рейн, господи, как у них? Ну, это, в общем, парни с немецким названием команды, я не знаю. А пошел щиток у нас по Виверу. Прочитал это у нас Абадон и сразу повесил. Ну, повесил щит под стан там. И просто бегают в чужих лесах, фармят чужих крипов, чужих героев, чужие вышки. Делают абсолютно все, что хотят. Вернее, Бруда уже у нас спушила топ
Тауэр. Снова сейчас будет атака на нижний тауэр. Здесь прыгает у нас Тиник. Закапывает Вивера и минус Вивер. А, также пошел Сол Самшин. Сейчас должен Йоло очень больно. Сол Самшин, если... Ну, Сол Самшин нам маленький КД и прописывает у нас ГГ. Ребята из команды с немецким названием. Ну что же, мы поздравляем Аним Альбатрос здесь. Ой, Акс сделал даблкил перед сносом трона. И мы поздравляем команду Аним Альбатрос с выходом в следующий раунд. Всего у нас сегодня игр будет 4. Для вас работаю я, Fast Stream Light. Не расходитесь, мы уходим на небольшую музыкальную паузу в ожидании другой игры.